позвонили знакомые нам, нашли дети, значит, коробку с котятами возле остановки. Вот, в неблагополучном районе. Вот сейчас мы едем их забирать. Поняли, что вы просто стоите не там. Привет, пожалуйста. Господи, они маленькие совсем еще. Угу. Они маленькие, Юль, смотри. А где вы их нашли? Вот, получается, где-то там около ДК Ефремова. Ага. Там частные дома есть. Ага. И там рядом с дорогой, ну, трава там. Угу. Ну, или все такое, они там валялись. Понятно. Они без коробки были просто? Что-то... Нет, они в коробке. В этой же? Да. Ага. Ну, бери, что. Пойдем сейчас. Где она тут? Есть какие-нибудь аптека? Вот этому глазки двое надо. Двое только более-менее вон глаза. Да, вот этому совсем. Да, сейчас зайчики не сыпи, ой, боятся. Mm. Все, ладно, девчонки, забираем мы их. Mm. Вот, в общем, девочки нашли вот этих котят. Вот такой масенькой коробочки. Они все сидят напиханные. И сидели тут, да. Тут вот видит чуть-чуть и этот. Mm. Тут более-менее не шипите, этот... не шипите. Сейчас мы в аптеку доедем. Здесь вот глазки, смотрите, совсем все заклеено. Куда у этого вон глазоньки заклеены? Все. Зайки. Цепят они, не видят ничего. Да сейчас мы вас, глазки ваши почистим. Сейчас мы коробочку найдем побольше денег. Сейчас, сейчас, не шипите, не шипите. Какой ужас с глазами там. Сейчас коробочку вот тут же на улице. Сейчас мы их переложим. Вот, для сравнения. Смотрите, как они вообще... Как они здесь поместились, бедные. Давай, перекладывай их. Маленький мой, не бойтесь. Вот, просторней коробочка. Ай-яй-яй, не кусай. Кусают они. Не бойся, не бойся. Мальчик. Это кто, мальчик? А это девочка? Да нет, нет, не бойтесь, не бойтесь. Это не видят, это не страшно. Это кто? Девочка. Ага. Нет, нет, ой, тетя, маленький какой. Жутят еще, сипят, не бойся. Мальчик вроде бы. Мальчик? По-моему, два мальчика, две девочки. Вот, в этой коробочке вам всяко получше будет. А эту туда же он выкинет на свалку. Все, поехали. Вот, сейчас лечиться надо нам будет. Мы их пересадили в более большую коробку. Котятки очень маленькие, вот по сравнению с рукой, они практически с ладошку. Сейчас будем глазки им очищать. Малыш вот шипит. Не видит ничего. Не видит, потому что ничего. А этот вообще ничего не видит. Вот у нас единственное, что есть, это вот детские влажные салфетки. Сейчас с капельки в аптеке зайдем, посмотрим. Глаз чищу. У него вон оттуда гной выдавливается. Малышам почистили глазки. Смотрите, какие у нас глазоньки. Вот, у этого были совсем заклеенные. Да, малыши мои. Господи, малыши. Юля пошла в аптеку, сейчас купит капельки. Ну, нет, нет, не бойся. Вот, а у этого вот глазоньки еще и плачут. Ну-ка, давай, покажи глазки. Давай-ка. Малышу закапаем, вот у этого глазки плачут. Смотри. Вот, все, первый пошел. Вот у этого еще залепленные были. Давай, сейчас. Капли мы купили левомицетиновые, потому что больше ничего не было, но это тоже хороший антибиотик. Вот. Так. Ты когда сейчас котенку капнешь глазки, ты не вытирай сразу слезку, чтобы слезку было видно. Ничего не вытирала я. Просто забираешь это внутрь. Все, закапали. Так, и черненькому сейчас закапаем. Давайте. Так, да они еще и кусаются, малыши такие, да? Боятся. Давай, боятся. Давай, вон, давай, большие. Так. Давай еще. Попало? Да попало вроде. Да. Все. Все, смотрите. Носит, вот. А давай покормим их теперь. Так, у нас есть давай, пакетик корма. Есть. Вот такой нам корм подарили. И мы сейчас какую-нибудь тарелочку сообразим. Ой, какую-нибудь картонку или что-нибудь, целлофанку. А вот банка стоит. Ну или картонку давай. Сейчас вот на картоночке давай. Сейчас покушаем, ребятишки, сейчас. Сейчас. Ой, сипят они. Сипят они, фыркают.
Вот, давай. Ну-ка. Кушать будем? Ой, скорее нападаем. Ну-ка. Ой, как остренько. Давай, идите. Ой, скорее кузают они. Давай, ты где там взял? Стесняшка он. Кушать, иди. Смотри, иди ешь. Братья, ты не сипи, ты сидишь. Боится. Сейчас унюхают. Плохо видно еще, видимо, только глаза ну, открыли. Да, сколько еще закрытыми был глазами. Непонятно. Боится, может, еще. Нюхай вот внизу. Что, нюха у вас что ли нет? Или вы боитесь так страшно вам? Ой, да ладно. С челюстью грустят. Ну. Кушайте. Вот, все. Рыженький тоже кушает. Ребенок, давай покушаем. Ну-ка, давай-ка. Ух ты! Смотри, давай. Вкусно же было тебе. Давай, вот, давай, кушай. Кушай. Смотри, как вкусненько. Давай, ну-ка. Нет, ни в какую-то, посмотри, что. Не хочет. Лизнул чуть-чуть. Ну ладно, что. Шипит он, сидит. Ты что шипишь-то? Мы же тебя спасаем, а ты шипишь. Ну, такие малыши. Так, получается, Юль, кто мальчик? Что-то я это забыла. Персиковый. Персиковый. Что там? Персиковый, по-моему. Но и показалось мне, как какого я крайнего садила. Черно-белый. Uh-huh. Ну, надо еще раз посмотреть. Ты что за коробочку держишь, малек мой? Смотрите, мы им глазки почистили. Видно, что глазки слезятся у всех. Но более-менее они так нормально выглядят. Ты что, держишься за коробочку? Держится зачем-то за коробочку, маленький мой. Тима, ребенок такой, а. Вон, вторую лапочку поднимаю. Да. Что такое? Ты мой зайчик. Зайчик мой. Духа, ты так держишься. О, ты, господи, ты мой, мой, господи, мы только покушали. Вот, у нас потягуши тут, вон, не доели. Да. Вот, ты решил помываться. Ну, в общем, глазки, конечно, надо лечить, но я, честно говоря, ожидала худшего варианта. Естественно, нужно ПЦРки, все сдать сейчас на лейкоз, на вот эти вот всякие хламидии в глазах. Вот, пока что видно, что глазки отекшие, опухшие, слезятся. Ну, возможно, какой-то риновирус. Респираторный профиль возьмем им пока что, потому что на ПЦР лейкоз много надо крови. Котята очень худые, у них вот в буквальном смысле торчат позвоночники, поэтому их сейчас надо откармливать творогом, сметаной. Вот, корм для котят обязательно нужен, хороший, премиум класса холистик. Вот, ну и, соответственно, сейчас их будем обрабатывать от блох, от паразитов внутренних. Это все не в один день будет делаться, ну, потихонечку обработаем как можно быстрее. Этот самый активный, по-моему, рыжик. Ты куда собрался? Самый харизматичный, по-моему, малыш из всех. Все сидят, он что-то умывает, созевает, а этот куда-то пошел. И куда ты отправился, малек? А? Ты куда отправился, маленький мой? Куда ты собрался? А? Куда ты собрался? Куда-то он собрался, он ходить, он хочет, он воздухом дышать, да, пошел, скажи? Ну, ты господи-то, а. Вот так ему надо посидеть, тут обязательно вот пойти вот тут вот в кучечку забиться. Господи ты, ой, куда ты хочет забиться? Малечек мой. Ты мой зайчик. Магазин купила маленькую поилочку, такую, типа мини-сковородка. Игрушечная, что ли? Нет, это сервировочная. Ага, давай им сюда наливать. Сливать сметаночку? Да, давай сметанку, наверное. Не знаю даже. Ой, фыркает он. Сметанку будет. Сейчас Юля вот сметанку им купила. Ну-ка. Давайте чуть-чуть. Корм влажный, сметанка влажная. Давайте. Ну вот, давайте попробуйте. Это всяко вкусненько будет. Вот, давайте. Вот меня и смущает черно-белый котенок, что он не поел ничего вообще. Может, ему предложи сметанку просто вот так вот? Честно? Ну, с вилочки дай ему просто понюхать вот вилочку. Чуть-чуть. Рыжик-то он поел. Ну-ка. Попробуй чуть-чуть, мазни его мордочку. Давай-ка, ну-ка. Вкусненько. О, что, пошел? О, сметанку кушает. Смотри-ка, что. Давай, пушай он.
Иди в чашечки. Вон Юля специально вам мини-сковородку где-то наблындила. Где ты взяла такую? Это ж надо было найти такую. Ну, я искала что-нибудь подходящее. Да чуть-чуть, ну не видит ничего. Он вот облизывается. Слепой, думаешь? Тихо-тихо. Ну вот сейчас же самый такой был. Давай, лакай, вот. Не понимает. Чуть-чуть серединку еще, ну. Его решил помыть, ты лучше поешь сам. О, наконец-то. Ну, не видно ему. Наконец-то ребенок. А что ты не видишь ничего? Ну, пока что каплями будем лечить. Потом в клинику сносим на анализы. А если хламидиоз, надо будет тетрациклиновую мазь купить. Тетрациклин как глаза мазать.